Карантин для учащихся с 1 по 11 класс города Якутска продлили до 3 февраля включительно. Такое решение сегодня приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия столицы. Ограничение распространяется также на учреждения дополнительного образования и проведение внешкольных мероприятий. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице остается напряженной. Наблюдается сезонный рост заболеваемости среди детей и взрослых. Следующее заседание комиссии состоится 3 февраля. На нем решат о прекращении или продлении карантина. Но при этом мы разрешаем провести, значит, для учащихся 11 классов в дополнительный день, вот 1 февраля, проводится экзамен по ЕГЭ по русскому языку. Это согласовано с Роспотребнадзором, с органами здравоохранения. Это действительно разрешается 11-классникам, и мы создадим все условия. Карантин – это ограничительные мероприятия, касающиеся в первую очередь общения. Общения друг с другом, проведение каких-то больших мероприятий, где собирается много детей. Ну, вот таких мероприятий мы, конечно, в городе сейчас не проводим.